Сегодня в конференц-зале приемня Шторгбанка состоялась пресс-конференция, на которой участники экспедиции подвели итоги и поделились с журналистами впечатлениями, которых оказалось немало. Путешествие продолжалось больше месяца, в течение которого путешественники исследовали ледники и горы, прошли на лодках более 3000 километров по неспокойным северным водам. 20 с лишним раз высадились на берег, поднялись на 16 вершин и обследовали более 20 сигналов. Участники экспедиции рассказали, что теперь имеют полную картину того, что происходит сейчас в тех местах, на которых разворачивались непростые события, знаменитые в истории совместная полярная экспедиция по измерению дуги меридиана Свальбард, которая проходила по Шпицбергену около века назад. Есть колоссальное удовлетворение от того, что работа сделана. Мы знаем, что произошло больше 100 лет назад на этих до сих пор пустынных берегах далекого арктического архипелага и готовы рассказывать рязанцам и в средствах массовой информации о тех достижениях, которыми Россия по праву должна гордиться, о тех людях, которые составляют реальную славу нашей страны. Как отметил Михаил Малахов, очень важно то, что в составе экспедиции были в основном молодые люди, которые получили настоящий жизненный урок гражданства и мужества. И, конечно же, это отнюдь не последняя экспедиция, и работа по проведению полярных исследований будет продолжена в недалеком будущем.